Красногорске в «Крокус-экспо» прошел представительный международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Латинского квартала 2020». За 4 дня в соревнованиях приняло участие более 6 тысяч участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В честь Зарайска на этих соревнованиях отстаивали 4 пары танцевально-спортивного клуба «Астра Дэнс». На площадке сразу до 15 пар. Для неподготовленных зрителей глаза разбегаются, а судьи успевают рассмотреть каждую пару за конкурсное время исполнения танца – 1,5 минуты. В каждой категории оценки разные, но едино одно – ритм, техника, формы, артистизм, внешний вид. Судьям хватает нескольких секунд, чтобы понять, достойна ли пара танцевать в следующем туре или нет. Последний соревновательный день спортсмены танцевально-спортивного клуба «Астра Дэнс» показали высокий уровень мастерства и сумели в разных категориях добраться до пьедестала. Общими усилиями юные зарайцы выиграли 7 медалей – 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. В категории N3 Николай Вапный и Алиса Седова стали чемпионами в Кубке Польки, серебряными призерами в Кубке Ча-Ча-Ча и Кубке Медленного Вальса. Никита Пономарев и Милана Пашаева – чемпионы в Кубке Польки и бронзовые призеры в Кубке Медленного Вальса. В категории N4 Даниил Грымов и Дарья Брыкина показали лучший результат в Кубке Медленного Вальса и третий в Кубке Самбы. Руслан Сидыков и Екатерина Андреева в категории «Взрослые плюс молодежь» в европейской программе набрали свои первые очки для перехода в следующий класс мастерства. Студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.